Алена Апина открыто говорит про это. Певица уверена, после 50 только начинается секс. Нас учили в свое время. Ты че? Нельзя. Фу, секс? Ты как на него посмотрел? Да он че это? Ты знаете, это нехорошо. Алена Апина перед фотографами позирует не хуже топ-модели. Соблазнительно закусывает пальцы, томно закатывает глаза, кокетливо приподнимает ту самую юбочку и заявляет: «Да, ей 52 года». Ну а что скрывать-то, боже мой, надо радоваться. Особенно мне нравится, что люди думают, что они озвучили мой возраст, и я от этого прям впаду в какую-то кому. То есть, я не знаю, у меня так будет счастье, инфаркт миокарда, вот такой рубец на всю спину. А счастье. На самом деле, вот уже биологам доказано, что 50 лет – это самый расцвет. Певица убеждена. Дамы бальзаковского возраста рано ставят крест на себе любимых. Она, например, в 52 года в бабушке себя записывать не спешит. Обращаются к ней не иначе, как девушка. На точенной фигуре Апины идеально смотрятся и мини-юбки, и глубокие декольте. А статус «разведена» позволяет флиртовать с мужчинами, не боясь пересудов. У нас уже, значит, 30, уже все по ГОСТу готовится, уже все. Уже. Нет, правильно, потому что родили, уже это, оженились, и уже это ипотеку взяли, и все, кирдык, все готовит. Выплатим, и все, пенсия. Коллеги подозревают, певица вошла в образ роковой соблазнительницы после развода с мужем Александром Яратовым. В браке с продюсером Апина прожила 25 лет, осенью сама объявила о расставании. А свободную жизнь звезда сразу отметила новым творчеством и снимает откровенные клипы один за другим. Все маршруты от тебя ко мне давно построены. Улыбайтесь чаще. Занимайтесь сексом. Поклонники не верят своим глазам. Неужели это полуобнаженная горячая штучка, что извивается в постели с молодым брюнетом, Алена Апина, которая пела про Ксюшу и бухгалтера? И видела ли эти позы ее 15-летняя дочь Ксюша? Я как девушка Бонда. Вы знаете, я спрашиваю, а как же ваша дочь? Вы что ж так, вообще женщина? Вы сейчас смотрите, в трусах ходите, и с мужиками в кровати валяетесь. А что ж дочь-то? Что ж она смотрит на мать-то такую? Прекрасную мать. Да, прекрасную мать. Алена Апина просит не волноваться за дочь. Эротический клип уже оценили не только одноклассники Ксюши, но и педсовет, и даже родительский комитет. Певица подрабатывает в школе, где учится ее дочь. Мало того, что у меня дочь, у меня еще 30 человек детей, которым я еще преподаю в школе. У меня последний год, но тем не менее я захожу к ним как, не как зверинец, что они... Вот это да, да, понимаете? А как бы я с ними совершенно спокойно разговариваю, ставлю спектакли, говорю там о высоком и не очень. И никто из них вообще не тычет. У них совершенно какая-то другая эстетика. Для них вот эта вот культура красивых отношений, эротики, вот этих вот чувств каких-то вот таких праздничных, для них это нормально. А режиссер удивляется, где же Алена Апина брала уроки актерского мастерства? В постельных сценах она изображает такую страсть, словно она не певица, а звезда фильмов для взрослых. Алена не снималась порно, я так думаю, во всяком случае. Никогда. Никогда. Вот опыта работы эротических сцен перед камерой у нее нет, поэтому было очень забавно раскрепостить их. У обновленной певицы уже и свои поклонники есть. Рок-музыканту Сергею Шнурову не дают покоя знойные образы Апины. Такая очень сильная панк-фигура – это Алена Апина. Я никогда не забуду ее выступление в Петербурге на Дворцовой площади. Это была такая, ну, февраль, наверное. И она вышла в платье декольте. Ну, то есть, это подвиг. Правда, страсти у Алены Апиной пока кипят лишь на экране. К новым отношениям она еще не готова. Мое сердце занято. Вот это мои просто мужчины, без которых я не могу. У меня сейчас башка вот именно этим занята. Сейчас я пройду этот период, и тогда опять буду смотреть страну. То есть мужчин пока нет? Нет, сейчас они... По родине обиду? Не, сейчас у меня есть Аслан, есть Дима, есть много мужчин вокруг. Но они в другом качестве, и это гораздо важнее. Это круче, чем секс.